Смотрите в следующем выпуске. Как начать все с чистого листа, если жизнь разлетелась на куски? Мы потеряли ребенка. Что произошло? Ну, там была врачебная ошибка. Ребенок погиб. И все как будто бы цвета потеряло. Как будто бы земля ушла из-под ног. И ты понимаешь, что тебе больше ничего не интересно. Ты хочешь это изменить? Я хочу это изменить. Ну, ты должна понять, что это серьезная работа. Очень нравишься. Я так не хочу тебя обидеть, но я правда считаю, что это жесть. Ты должна перестать носить неадекватные вещи. То, что ты выглядишь как городская сумасшедшая сейчас. Это нужно снять, забыть и одеваться вообще по-другому. Я просто не думала, Саш, что ты так можешь угадать. Спасибо. Лен, я очень хочу, чтобы такая женщина, прекрасная, не стояла на месте и не гробила себя. То, что чем ты занимаешься, называется именно так. Обратной дороги нет. Скажи это. Обратной дороги нет. Нет. Мне теперь как жить с этим?